наконец-то нашлось время прислать что-то, записать, вернее. В общем, глиссандо, 35-36 такт, сложное место очень. Нормально, если немножко так, мне кажется, я могу почувствовать, растопырить пальцы, чтобы не по прямой держать, а чуть-чуть их поднять третьим пальцем. Это си вверх, если это практикуется, или же все-таки тренироваться, чтобы струна оставалась по прямой. Ну вот. Это сложно тут сделать, все время чисто играть.